Стать жителем острова можно за криптовалюту. Участок земли площадью 5 гектаров, именуемый пляж Кровавого залива и расположенный на острове Юнион, архипелаг Гренадины, выставлен на продажу за 600 биткоинов. На участке нет построек, но в планах бывших владельцев было ее обустройство, поэтому существует разработанный архитектором Сет Штайн план строительства зданий и причала. На острове Юнион развита инфраструктура и есть собственный аэропорт для связи 3000 жителей острова с внешним миром. В объявлении о продаже говорится: цена в биткоине установлена лишь на ограниченный период времени.